Надя, ты уже выбрала себе платье на Новый год? Да, я, ты знаешь, но Новый год, кстати, вот я хочу отметить, это не одна ночь. Вспомните, мы же ходим к друзьям, к знакомым, мы сходим в гости целую неделю, вот каждый день. Вот хотите иметь вот такое платье на всякий случай, чтобы поразить всех своих знакомых и друзей? Я хочу тебе сделать комплимент, тебе очень идет это платье. Спасибо. Во-первых, за счет цвета, мы видим здесь, что это золотой цвет, это классика в стиле Шанель, это гипюр. И рукава 3/4, самая оптимальная длина. Это женственность. Просто невозможно оторвать взгляд от девушки и женщины в таком платье. Это замечательная комбинация для выхода в свет и для праздничного настроения. При этом это платье подойдет абсолютно любой женщине с любой фигурой. Причем мне нравится вот этот материал. Кажется, что это парча, но на самом деле, посмотрите, он подтягивается. И это прекрасно. То есть он четко обнимает вашу фигуру. Смотри, вот таким металлизированным блеском окутывает нас. А ведь это золото. А ведь золото всегда актуально. Да, ну лучшие друзья девушек это кто? Бриллианты, конечно, золотые украшения. Конечно. Поэтому золото это непременный хит этого сезона. Все дизайнеры использовали именно золото в своих коллекциях в этом сезоне. Но, конечно, золотой принт, он еще поддержан вот такой пье-де-пуль называют. Да. Куриная лапка или гусиная лапка. И поэтому это платье выглядит особенно премиально. Все-таки, конечно, это какой-то особенный случай. И я думаю, что вам стоит сделать свой выбор именно в пользу этого платья Элеонор. Ну, тем более, что цена позволяет. Я понимаю, если бы платье нарядное стоило 5000, 6000, тут было бы над чем задуматься. Но когда вам предлагают, вы сами вдумайте сейчас, это платье из золота, комфортной, удобной длины, посадка, размеры до 62-го, и все это за цену премьеры 1790 рублей. То есть эта цена премьеры, она действует сегодня, завтра будет дороже. Так что, милые наши постоянные модницы и телезрительницы, дозванивайтесь, заказывайте. Даже если вы еще пока не делали никаких заказов на нашем телеканале, пора начинать. Но я не знаю, у тебя есть любимое платье? Ох, у меня несколько платьев. Я все-таки люблю платья, люблю юбки. Но я бы сюда не отказалась вот от этого экземпляра, да, в свою коллекцию. Я думаю, что если у вас нет любимого платья, но даже если и есть, то это платье Элеонор легко может стать любимым и попасть в копилку самых-самых красивых. Ну, обратите внимание на силуэт. Вы видите, что это прямой силуэт, но при этом он подчеркивает линию талии, подчеркивает ваши изгибы и женственные формы. Это платье замечательное тем, что в нем сочетаются сразу несколько элементов. Во-первых, это дизайн, это цвет, конечно, и, конечно, силуэт. Еще раз повторюсь, тебе, Надя, очень идет. И вообще золотой цвет подходит всем девушкам. И блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам. Поэтому не стоит его бояться. И если вдруг у вас линия там шеи каким-то образом, либо вы беспокоитесь о своих плечах, то вот этот гипюр и длина 3/4, она нисколько не должна вас смущать. Все недостатки скрыты за этим фантазийным гипюром, который только подчеркивает вашу красоту. Итак, внимание! У меня есть для вас сообщение. Вопрос. Вы подобрали уже свое нарядное платье для встречи Нового года? Да, не удивляйтесь, что я так рано задаю этот вопрос вам, потому что платье, во-первых, будет к вам какое-то время доставляться. То есть вы его заказываете сейчас, а приедет оно к вам чуть-чуть попозже. Нужно учитывать эту разницу во времени. Во-вторых, возможно, у вас скоро день рождения, или вас пригласили на юбилей, а будут корпоративы, которые мы отмечаем в кафе, начнутся они уже в ноябре. Давайте позаботимся о себе. 1790 рублей – это цена? Эта цена за золотое платье невероятна. И, конечно же, каждая модница до 62 размера может себе позволить эту красоту. Вы хотите это платье? Ну, конечно же, да. Потому что это платье золотой принт в стилистике Шанель. При этом, обратите внимание, этот принт сделан в стилистике, в технике, там по печати. То есть вы видите, что изнутри ткань черная. А это значит, платье будет служить очень долго, потому что сам принт нанесен буквально вручную. И
очень крепко держится на основе ткани на трикотаже. Если говорить о силуэте, то это прямой силуэт, но самое главное, это то, что ткань очень хорошо тянется. Обратите внимание, что с одной стороны она очень красиво облегает линию груди, с другой, даже если вдруг вас что-то беспокоит, то совершенно вас ничего не смутит, потому что сам силуэт, он только подчеркивает достоинство вашей фигуры. Ну и, конечно, рукава, гипюровые рукава, я думаю, вам тоже понравится. Длина 3/4 оптимальна.